Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. По многочисленным просьбам сегодня буду продолжать взрывать ваш любимый бидон. Смотрите, какие повреждения были с прошлых раз. Надеюсь, вам понравилось предыдущее видео. Кто не видел, обязательно советую заценить. Вы только посмотрите, как его потрепало. Взрывы были очень мощные. Даже здесь остался отпечаток. Вот, видите, три нолика от петарды К-1000. Обязательно советую заценить это видео, кто не видел. Что ж, давайте начинать. Вот такие петарды я на сегодня взял, мощные. Друзья, хочу напомнить, что этот ролик сделан при поддержке букмекерской компании 1xbet. Тут всегда высокие коэффициенты и большие выигрыши. 1xbet – это надежный букмекер. Корсар 8, короче, тут много К-1000, К-44. В общем, просили помощнее петарды брать, так что буду вот такие брать. Взял. Что ж, давайте начнем. К-1000 пойдет первый. Так, будем где-то здесь устанавливать. Вот так. Так, сейчас возьму зажигалку. Так, берем дальше петарду. Давайте попробуем вот такие огромные бермуды. В прошлый раз они не сработали. Постараемся их взорвать в этот раз. Так. Есть. Берем дальше петарды. Возьмем вот такой Корсар 4 с эффектом. Поставим сверху, как в прошлый раз. Так, берем дальше петарду. Smoke Scream. Так, поджигаем и убегаем. Далеко полетел бидон. Так. Давайте выберем дальше петарды. Так, есть вот такой скрим. Так. Установим. Поехали. Так, давайте взорвем что-то помощнее, например, Корсар 8. Сейчас бидон полетит высоко.
Смотрите, как он изогнулся. Постараемся его сегодня добить. Так, берем. Дальше петарду К1000. Так, установим. Кстати, вот, только что снимали видео с такой сковородкой, не знаю, уже вышло или нет. Так что всем советую заценить. Сегодня вот так его потрепало. Мы продолжаем взрывать бидон. Так, берем Thunder King. Вот здесь. Берем дальше. Взрывем К22. Так, установим. Смотрите, кстати, в прошлый раз после одной петарды вот такая дыра получилась. Так что советую посмотреть, какая это была петарда. Бидон как тряпка летает. Так, берем дальше петарду. Так, давайте возьмем П2000. Берем бидон. Так, устанавливаем. Поехали. К нам прилетел. П2000. Не очень взорвалась П2000. Так, возьмем дальше Корсар 8. Так, посмотрим повреждения. Смотрите, какая, как раздулся. Смотрим внутри. Так, берем К1000. Ставим. Немного дождик сегодня идет. Постараюсь по-быстрому снять, а то фитили намокают. Смотрите, как выгнуло. Продолжаем. Так, П23. Установим.
Так, P23 не взорвалась. Вот, смотрите, затух фитиль. Давайте ее туда бросим. Вот это взрыв. Ребята, никогда не повторяйте то, что мы снимаем в своих роликах. Так, К-44 следующая на очереди. Так, ставим. Поехали. Ух, залетел хорошенько. Так, берем последнюю петарду. К-999. Можете поставить на паузу и написать, разорвет бидон или нет. Как по мне, это самая мощная петарда, которую я взрывал. Ну, кроме Корсара 12, конечно. Так, устанавливаем. Что ж. Поехали. Так, вроде бы не разорвало. Давайте посмотрим поближе. Ух, ребята, не разорвало. Это, конечно, мягко сказано. Смотрите, вот трещина. Вот, вот. Короче, по кругу его жестко разметало. Смотрите, все черное. Так, смотрим здесь. Ну, здесь еще норм. Думаю, еще одно видео. В следующий раз, думаю, она уже разорвется. А что ж, ребята... Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал, кто еще не подписан. На втором канале выходят различные видео с пиротехникой, как и здесь. Думаю, вам они понравятся. Также смотрите, здесь 4 ролика, они тоже очень клевые. Предлагайте какие-то новые рубрики, идеи, петарды, может быть, какие-то новые появились в продаже. Что ж, с вами был ТНТ Фокс, до новых встреч!